Физика 2. Когда же ты доберешься до моей души? Она спрятана в яйце. Яйцо в утке, утка в зайце. А заяц, как известно, в сундуке. Воистину нужно быть героем, чтобы разрушить одну за другой эти оковы времени, запирающие мою душу. Нужно быть целеустремленным и отважным, иметь недюжинную силу и отменную ловкость. Да ты и сам все это знаешь из сказки. Как легко время вдруг приобретает пространственные характеристики, занимает место, обладает размерами, плотностью и твердостью, теряет свою прозрачность. Оказывается, чтобы увидеть все это, вовсе не обязательно разгоняться до скорости, близкой к скорости света. Физика 2.